Сегодня в Ледовом дворце жарко. Молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» устроила заводчанам настоящий праздник с играми, конкурсами, шоу мыльных пузырей, выступлением Деда Мороза и Снегурочки. Давайте узнаем, как настроение у гостей сегодняшнего вечера. Сегодня мы пришли наконец-то на лед за долгое время. Здесь очень весело, хорошая атмосфера. Я сюда сегодня пришел с мамой и с друзьями. Спасибо огромное всем за такое классное мероприятие. Я хотела бы сказать спасибо всем администраторам, потому что оно получилось, правда, веселым, не забываем, было очень много конкурсов. У меня хорошее настроение, здесь очень весело, и больше всего мне понравилось мыльное шоу. Праздничное настроение гостям ледового праздника дарили Дед Мороз и Снегурочка. Для детей проходили различные конкурсы, а изюминкой вечера стало шоу мыльных пузырей. Я хотела поблагодарить нашу молодежную комиссию, организаторов этого мероприятия. Вообще они у нас большие молодцы. Они проводят очень много интереснейших мероприятий в году, и это одно из них. На лед вышли более 200 человек. Работники завода «Авангард», члены профсоюза, их супруги и дети. Не обошлось без приглашенных гостей. К заводчанам присоединились депутаты городской думы Антон Ульянов и Евгений Данченко. Здесь же объединены люди с одного завода, завода «Авангард». Они встречаются в неформальной обстановке, непринужденные, общаются, знакомятся с детьми, дети друг с другом знакомятся. То есть, ну, это такой хороший семейный вечерний досуг, великолепный. На самом деле, такие мероприятия надо почаще проводить. Почему? Потому что, ну, во-первых, взрослые дети занимаются спортом, спорт – это здоровье. Ну, а во-вторых, такие мероприятия, они как-то сплочают, и люди начинают больше общаться между собой. Катание на коньках подарило саровчанам море положительных эмоций и хорошего настроения. В планах организаторов сделать подобные праздники традиционными. Екатерина Апенова, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.